Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Лорандом Dota 2 за Поджа. Сейчас будут мега хуки, наверное, может быть. Или мега тупые хуки своих. Приготовьтесь к битве. Вот, блин, неправильно. Саппорт не купил вард мидеру. Интересно. Ну ладно. Манки Кинг вышел. Зашибись. Знаете, мне кажется, он ливнул, потому что ему вард не дал просто саппорт. Я сколько раз на миду играл, без варда просто вообще невозможно. Не прошло и полгода. Сейчас сделаем. Хм. 30 секунд до начала сражения. Сайленсер что-то стоит и смотрит на меня. О, да. Чё ему надо? Чё ты, Верка, предлагаешь напасть? Ой, что-то я запоздал. Битва начинается. Дышите глубже. Блин, на полсекунды не хватило, это жесть просто. Туда так туда. В пути. И чё, наша руна единственная, которую взяли? Серьезно? У нас дум подошел с трубиком. Иду. Какое отстойное начало. Так, простите, мне там сообщение какое-то написали. Я прочитал. Выкатываюсь. Замани его поближе, чтоб я выскочил. Будь чуть поагрессивнее, подойди, пожалуйста, бей с руки Дума. Просто рукой, у тебя реген 5,7. Я, конечно, не могу у тупов постоять. О,
Да. Сейчас. Давай. Нормально. Вперед. Не тут-то было. Ха-ха-ха. Я бы тебя еще пристрелила. Да подруга теряет звук. Че? А что это было? Вот это мы их раскидали. Поспешим! Да блин. Пошел с дороги. Я думал, он будет крипа убить, а он мимо пробежал. Будет сделано. Вот это я понимаю, свежий воздух. На меня напали. Будет сделано. Сейчас. Сейчас я их в этот закуток затащу, подожди. Тушку мне! Блин, ну почему у него есть топор? Ну что за жизнь? Подожди, а ты туда не стрелял случайно? Ты знаешь, что ты деревья так роняешь? Ну ладно, ладно. Иду. Бля, это все потому, что ВР-ка понесла себе гребаный рецепт на стик и Элен Брейн. О, да. Держи. Сейчас сделаем. Не надо, отойди. Что? Туда. Будут оплакивать меня. У тебя ребра. Ну ладно, пусть так. Милый запах, чё? В дорогу. О, да. Хорошая идея, слушай. Выкатываюсь. Рона, ребят. Лепота. Мое. Жот его. А то. Патч заждался. Нужны штаны. Все в кишках. Красота. Вперед. Слушай, я унитазик, может, выпью, а? Ну да. Ты же не против, тебе все равно. Чё Тим Уокер в меня не попал, кстати, между прочим. А ты принеси что-нибудь себе там похилиться, маны, и мне, например, а не чтобы я тебе и силу маны. Верка, я помогу пока внизу немножко. Давай, у нас должны быть тогда 100% киллы, потому что... Таны, Игнайт и маны. Да, давайте просто Огр встанет, я хукаю, да и все. Только делай так, чтобы между мной и им не было никого. Желательно. Братик, у тебя тут движет, смотри, вражеский мод. Может, точно. Не, ну вот сейчас вот Рубик, допустим, вот очень даже стоит хорошо, можно станет. Можно подбайтить. Да вот стань его, стань Рубика, да и все.
Иду. Ко мне! Блять, это знаете, не смог. Но зато стаки идут. Кто скучал? Не видим. Так я все равно тут. Сейчас, сейчас. Сейчас сделаем. Я посолил. Огр. Давай восстань еще раз. Бальчу. Ой, блядь. Встань кого-нибудь. Встань кого-нибудь. Ну, быстро сюда. Накрыл так пир или... Блин, чувак. Не очень-то круто. Ускорение! Тебя! Вашу нижнюю башню. Какие острые ножи. Ну, я просто еще понял, этот челик на реген. Сатир свой. Вашу нижнюю башню атакуют. В дорогу. Подойди просто с руки, бей его. Я бегу, ребят, вы зря их напугали так. Че, стан будет? Выкатываюсь. Давай, стань кого-нибудь. Желательно на Руби, потому что он все-таки ватнее. Пуговичка оторвала. А то! Хорош. Эй, ты! Все, отходим, продался. Хуки, короче, меня украли. Блять, чё он как быстро бегает? Чё за хуйня? Ебать! Вдохни поглубже. Хуеть. Подойдёшь? У меня фласка есть. Но я не могу как бы... Я замедление найду. Не могу свернуть, потому что если я сверну, то меня догонят. Не-не, всё, я, да я уже не могу. Так мило, тип того. Короче, давай, Огр, ты станешь на меду, я хукаю. А, подожди, руны. О, да! А я в лесу точно. 19 секунд до хука. Туда так туда. Еще пока нет хука. Ну теперь есть. Поймал. Каждая монетка пригодится. Выкатываюсь. Блять. Даст ты что ли купить? Да. Или на обратку сначала накопить. Ой, нам надо бежать отсюда. Туда, так туда. Иду. Блять, как обидно. Я даже зазнаиться не могу. В дорогу! О, ну я выжил как-то. Силы света укрепили свои сооружения. Верк, сноси пока на медусе. Вашу центральную башню атакуют. Вперед! Ха! Ты смотри-ка, чуть не убил. Сделано.
Я же говорил, что он украл хук, помнишь? Силы тьмы укрепили свои сооружения. Давайте наверху сейчас гангнем. План такой же, стан хук. О, это я люблю. Вашу верхнюю башню атакуют. Сейчас, сейчас. О, да. Ну, встань. Да ты чё? Это ж не сало, это просто урон от скиллов. Можно было застанить сразу. Сейчас сделаем. Ну так далеко уже не стоит уходить, мне кажется. Ну да. Бля, а реакция у тебя как у мангуста прям. Старого. Больного. Тип того. Ой-ой-ой, на меду замес. Ты еще пошалеешь. Познакомимся поближе. Хороший. Ты сука. Ёбаный стан украл и меня застанил. Ну ладно, хоть убили инвокера. Вашу нижнюю башню атакуют. Не готово. Не готово. У него Вендран. Вашу нижнюю башню атакуют. Помните меня. Не сломает, заденайт надо. Ну или все уже. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Давайте сломаем мидпорт. Ой, это на меня напали! Сюда, быстро! Развязь! Блять, ну чё они сдынают? Без кожи отведают твои кровь. А это только путь живот, когда во вражеской команде это. Да я жалуюсь на то, что нажал навык, а он не нажался. Ну или не успел примениться, может, не знаю. Разве он не мгновенный? Ха! Ты понял? Дерево было с эффектом таким усиленной атаки. Понимаешь, красное дерево анимация. Сука. Просрал ульт просто из-за стана подъема. Блин, за ним бы бежала, может, убила бы. Да они тебе дали скиллы, потом с руки бы уже не пробили. Я заберу. Не заберу. О, да. Силы света укрепили свои сооружения. Элис? Тип того.
вот здесь аккуратно. Структуру повесит. Силы укрепили свои сооружения. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Верхняя башня противника разрушена. Всегда бы так. А? Не, не надо, не хукай. Вот сейчас можно. Так они не зашли в радиус. Так, ну, я понимаю. Вот. Привет, сучка! Ты это видел, не? Я в думе. Да, я видел, молодец, я в думе. Я выжил. А, не, я в руптуре. Кому отдаться, парни? Где ты? Будет сделано. Я был в думе, в руптуре. Ты был. То есть уже все? Уже был, то есть ты уже не поверил. Сейчас сделаем. Хорошая идея, слушай. Центральная башня противника. Я сдунаился, прикиньте. Не готово. Не готово. У меня счет, смотрите, 3 семерки. 7-7-7. Азина. Ну не надо. Толсто, да? Да просто я смотрю много роликов бесплатных, и там все время вставляют это дерьмо. Задолбал уже. А как же? Адмирал Икс. Они. Да, и это тоже. Но смысл в том, что у меня стоит от блокера, а он что-то не работает уже. Они вставляют все хитрее и хитрее. Реклама. Они рекламу выставляют, когда даже в сам фильм. Ну и тот, ну вот именно, да, вот именно. Иду. Как будто вот реально они думают, что это что-то может им принести какую-то прибыль. Бред вообще, кто пойдет, то какой дурак. Не, ну люди заходят. Кому надо, тот найдет в гугле. Зачем эту рекламу пихать всем подряд? В дорогу! Нас, наверное, вверх снесут, если никто не защитит его. Сейчас! Full damage! У меня есть форма, и если придете на Б. Вашу верхнюю башню атакуют. Может быть хорош. Ну, у меня 16 секунд ТП. Укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. А что, у остальной команды ни у кого ТП нет? Так, я лечу, но ульты нет, так что тоже... Ну, так это ты один. Не, ну мы там заняты были какое-то время. Будет сделано. Выкатываюсь. Проверяю вот здесь. Рубик слева. Ушел. Вот сука, а? Ты опять в ульте, и опять в думе нахуй, и в руптуре. Так, ну я все, что сделал, смог, ничего не вышло. Все, что сделал, смог. Хорошо сказал. Прям кличку. Но зато мы дали спейс Манки, чтобы он снес вышки. Делает. У них телепорт по-любому в кулдауне. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Лиф прожал. Посмотрите, кто вернулся. Вперед!
Тэпаюсь, парни, у меня все есть. Опс, да, прости. Чуть-чуть бы помощи, может быть. Да мы как бы тут наверху воюем, ты чё? Так я к тебе и пришел, я же здесь телепортнулся, убил инвокера, блядь. Они переключили ассист на меня. Так мы ж тебе помогали. Иду. Ну да, я... Дом стоял, да? Мы помогли тебе попасть в таверну. Перед смертью мне надышишься. Квитинг сразу. Переродился и дальше. Ну-ка, ну-ка. Куда он идет? Сука. Сам поймал. Я не иду отдыхать, так что... Свежее мясо. Поглотить вас. Вашу центральную башню атакуют. Не возвращайся. Ни у кого нет. Наверное, смерть это ко мне. А ну быстро сюда. А, блядь, ребят, я сдох, наверное. Сука. Думали руптуру свою? Руптуру? Ну, если бы я, наверное, не двинулся, я бы задвинулся. Просто я бы протупил чуть-чуть. Давай, 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 давай. А может добьет меня кто-нибудь? Вэр, добей. Подожди, только не бей. Давай, добивай. Может вы и варту сейчас собьете, нет? Нижняя башня противника разрушена. Там два варда по цене одного было. Я исправлюсь, честно. Тип того. Тихо, не забудь. ДДшку оставить кому-нибудь? Выкатываюсь. Хм, прикольно, он тебя увидел как-то. Ой, их тут очень много, оказывается. Меня на кусочки. Я бы сделал для вас то же самое. Ты чё, манки, ты чё, серьёзно? Не. Пойди туда нахер. Тебя инвокер сейчас снизу поднимет. Чё, ДДшка ляжку жгла, да? Что-то я стал много умирать в последнее время. Хм, пригодится. Прям как негр. А ты чем тут негр? Тоже много умирают. В дорогу. Вроде бы они много работают, или мало наоборот. А я знаю, вот. Я их вижу. Где видишь? Мы потрошили. Я в сале просто весь замес сижу. Ты зачем его полечил-то, ёпта? Я не скликал, я хотел на тебя перекинуть или на кого-то. Эпик просто. Я наоборот не скликнул, короче, наоборот хотел нашего захилить, а у меня, ну, фастклики типа стоят. Эта мышка была направлена. Это круто. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу центральную башню атакуют. Понимаешь, твой Игнайт и Стан, или там Куб Джа и Мембер его гораздо важнее. Да нет, чувак, наверное важнее, когда у тебя мало КП, убить кого-то еще напоследок.
Но у меня было немало хп. Ну вот, поэтому ты мог сначала повоевать, а потом, когда мало уже... У меня бы стики были, я бы отошел, дал бы еще раз первый скилл, дал бы еще раз одну иллюзию, это нормально. А, понимаешь, я умею... Поэтому и не надо было. Это просто риск. Меня, это, да, я считаю, надо было, и это вполне оправданный риск. Я как дебил не скил. Туда, так туда. Под Рошана чекнуть. Парни, потому что... Идем на них нападать, нет? Ну да. Ну не знаю, по-моему, сейчас рассредотачиваться, когда у нас преимущество не стоит. Лучше наоборот толпой пройти и приснести. Фармить надо было как раз вначале, мы их переформили, теперь надо имущество реализовывать. Пока не поздно. Я вообще ничего не фармил, я, блядь, отсосал 0.3.2 на линии. В пути! Дышите глубже, ребят! Кажется, я драковато залез. Тебе такой вон мозг. Прикол, прикол. Monkey King как дерево стоял, а мимо него прошел сайлентер, он его спину убил. Вообще, нежданчик. Я даже сам вот не знаю, где он сейчас стоит. Вон он, дерево. Его скорчит Ерч за это, за светило. Прыгивай, чего? Надо было сразу прыгать. Ну добей их всех, ну ты чё? Пока-пока! Там все такие шотки убежали. Если не повезло, будешь страдать. Хорошая идея, слушай. Вот это я понимаю, свежий воздух. Вот да. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вперед! Что протухло? О, да! Я сам вижу вообще. Иллюзия! У нас почему-то вижен защитный, хотя мы атаковать должны. Да, блять, ну, сука, если б я в инвокера попал. Блин, вот эта вот херня началась, когда надо вместе ходить. Давайте все-таки соберемся, а? Конечно, это потому, что мы по одному, я уже 100 раз говорил. Что толку, что я контролю его и хукаю, если я один? Давайте соберемся по меду, пойдем да еще. Сейчас, сейчас. Ой, это я что ли? Тип того. Пач, за что? Ёбаное сало. Что-то как-то слишком много урона. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Ну, это потому, что МК сплит пушит. Давай, ВР-ка, давай ему спейс.
нашу верхнюю башню атакуют. О, МК прилетел. Ваша верхняя башня разрушена. Возможно, если бы он не прилетел, а вверх, низ бы у них пушил, то он бы упал. Дрошана забрать. Снесите вышку хотя бы. Робик украл иллюзию. Центральная башня противника разрушена. Блин, МК наверху воюет, помогите ему. Надо Рошана. МК, отойди, давай Рошана заберем. Нормально, отошел. Давай, пошли Рошана заберем. Чуваки, кто-то досты купил, я возьму их себе, ладно? Для этого купил. Выкатывай вас. Да, а я не видел. Отойди к нам, Рошана. О, Блатон. Да. Это посвежее мясо. Напрасно. Попробуй же на вкус. Блин. Слушай. Беги, чувак, просто беги. Двойной урон. Пригодится. Блять, у меня маны нету на ульту, блять. Очень плохо. Маны не хватило чуть-чуть. Не думай, это я форму проебал. Линия без конца. Простите, я простужен немножко. Да, в принципе, неплохой совет. В пути. Лепота. Бэтч тебя приголубит. Каждая монетка пригодится. О, да. My soul is replenished. Резать! Рубить! Вдохни поглубже. Такая мощь. У меня Эгис есть, что идем? О, да. Да надо. Да.
Вдохни поглубже. Надо убить. Туда так туда. Мне к вам идти или спидпушить? Что делать лучше? Мне кажется, я уже не успею к вам, я лучше спидпушу. Вот это я понимаю, свежий воздух. Ой, вы там всех вынесли. Ну, конечно, Bloodthorn, блядь, Тим Йолнир. Естественно, вынесли. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Устрой легким праздник. Нижняя башня противника разрушена. Нижние казармы противника разрушены. Нижние казармы противника разрушены. Вашу центральную башню атакуют. Центральная башня противника разрушена. Скрипаемые быстрее добьют. Ой! Милый запах, так чума. Отомстите ему за меня. Верхние казармы противника разрушены. Верхние казармы противника разрушены. Теперь у вас есть мега-крипы. Да у нас талант! Ходячее дерево. Центральная башня противника разрушена. Прикол. Манки Кинг ультой убил на базе. Победили силы света. Победа. Ну, честно говоря, после середины игры уже в конце я как-то хреново стал играть. Но зато в начале все было зашибись, так что я, наверное, все равно выложу этот ролик. Так, ну посмотрим. Значит, сыграл я средне. Чаще умер, чем обычно. Мало помог. Из-за опыта мало получил. Нанес всего лишь 27 тысяч урона. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Даже больше, чем Террорблейд. Ну, больше, чем саппорт, понятно. Но меньше, чем Monkey King и Windranger. Это, в принципе, понятно. По зданиям 1600 нанес, получил 38 тысяч урона. Да, 2500 от смертей и 10 минут. Ну, короче, я здесь слишком много, конечно, раз умер. Потому что много раз один ходил пушить. Это было неправильно. 4000 на варды потратил этот огр-маг. Охереть. Откуда у него столько денег вообще? Ну, ладно. Графики, значит. Ну, нормальные такие графики. Вот как раз вот здесь вот все было хорошо. Потом вот здесь вот я стал плохо играть. И тут VR-ка уже всех вытащила. Прикольно. Так, общая ценность. Ну, у меня так себе она, как обычно. Уровень вообще хуже всех. Ну и ладно. Главное, что в итоге победили все равно. Так что всем спасибо. Всем пока.